Так, добрый день. Мы сегодня встретились для того, чтобы возобновить занятия напевным санскритом. У нас был перерыв на лето, мы расстались, но вернулись, чтобы в ближайший год заниматься рецитацией санскрита. Занятие будет длиться 2 месяца. Каждый блок состоит из 8 занятий. Иногда после блока из 8 занятий у нас бывает зачет. Ближайший зачет будет зимой. За раз мы скорее пройдем, помимо имен Сури, еще и какие-нибудь другие имена, которые мы должны выбрать. Оксана Горностаева, прошу тебя перечислить, какие имена мы уже рецитировали. Я тебя не вижу, но верю, что ты есть. Значит, так. Оксана Горностаева у нас соведущий у нас Гададхар, я сегодня гость и не более того. Оксана, что мы прошли, скажи, пожалуйста. Да, за прошлый сезон мы сделали очень много. Мы прошли воспевание имен Ганеши. Ганеша? Потом, да, Ганеша. Потом Дурга. Лакшми. Лакшми. Шива. Шива. И закончили Хануманом. Хануманом. И сейчас получается у нас что? Сурья. Сурья. Значит, что будет дальше, мы не знаем. Соответственно, должны будем выбрать то имена, которые мы уже прошли, повторять мы не будем. Да, значит, в рамках общества ревнителей санскрита у нас есть разные занятия. Помимо воскресных занятий в 10 утра у нас есть занятия более сложными размерами чхандаса 5:30 по вечерам, по субботам. То есть есть простая группа воскресная в 10 утра. Она обычно длится час, но сегодня она уже длится час и никак не начнется. Значит, сегодня, возможно, чуть дольше, обычно за час мы успеваем. Значит, Уша рецитирует, и мы за ней повторяем. Повторяем мы 2 раза. Уша может дать любой отрывок, она может дать целиком шлоку, строчку, паду, словосочетание, слово или просто сложное место. Уша не каждый раз делает все замечания каждому участнику. Поэтому, значит, у вас вообще-то должен быть лист перед вами, где вы делаете, записываете те замечания, которые якобы высказываются кому-то другому. То есть, да, значит, все замечания относятся ко всем. Когда кто-то произносит, мы повторяем вслух. То есть, если я вижу, что ваши губы не шевелятся, соответственно, вы не повторяете, а значит, ну, в общем, вы не участвуете. Поэтому, пожалуйста, будьте активны. Значит, приоритет сегодня за тем, кто уже вступил в группу Сурья Аштака. Гурур Брахма, Гурур Вишну, Гурур Дево Махешвара, Гуру Сакшат Парам Брахма, Тасмай Шри Гураве Намаха. Вакратунда Махакая, Сурья Коти Самапрабха, Нирвигнам Куру Ме Дева, Сарвака Джешу Сарвада, Сарасвати Намастубхьям, Вараде Камарупини, Видьярамхам Карифьями, Сиддхир Бхавату Ме Сада. So now the shloka of the Surya Ashtakam with all good wishes. Without the Varnamala. Varnamala. I'm sorry, I forgot. Yeah, okay. Итак, алфавит повторяют все. Знаете вы его или нет, не имеет значения. Right. A-A-I-I-U-O-R-N-U. Ну,
Итак, мы готовы к рецитации. Значит, лучше повторить два раза. So, the usual speed and the slow speed, right? Yes. Yes. Побыстрее и помедленнее. Uh-huh. Ата сурьяштакам Адидева намастубхьям Прасида мама Бхаскара Дивакара намастубхьям Прабхакара намостуте Адидева намастубхьям Прасида мама Бхаскара Дивакара намастубхьям Прабхакара намостуте. Should we move on? Yes, yes, we can call them. Марина Вазиева, пожалуйста. Диди, намасте. Сам сидхасте. Патриами. Адидева намастубхьям. Адидева намастубхьям. Адидева намастубхьям. Прасида мама Бхаскара. Прасида мама Бхаскара. Прасида мама Бхаскара. Дивакара намастубхьям. Дивакара намастубхьям. Дивакара намастубхьям. Прабхакара намостуте. Прабхакара намостуте. Прабхакара намостуте. Perfect. Thank you. Екатерина Дуванова есть? Yeah. From now, one line for one person. Yeah? Yes. Which, yes, yes, yes. It's you who decides. Right. Екатерина Дуванова. Есть, но я не смогу повторить, Марс Юрьевич. Я послушаю. Даже вас. Слово? Ну, я плохо будет. Нет, я послушаю. Let's have shorter pieces. Shorter. Let's have Pada wise. Yes. Екатерина yes, is yes. not sure if she can. Yes, because it was Marina. I was giving her. Yes, 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 yes. Адидева. Адидева. Два раза. Адидева. The да ди should be strong. Ди, not ди, huh? Not soft. Huh? Ади. Не смягчаем д перед и. Не смягчаем. Не ди, не ди, а ди. Два раза. Адидева намастубхьям. Прасида мама.
Прасида мама. Прасида мама. Бхаскара. 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 Should we go for the first line with Екатерина? Yes, second line, yeah. No, why second line? What do you mean second line? Divakara namastubhyam. I'm not sure I understood you. Because we did Adideva namastubhyam prasida mama bhaskara. The first line we did. Now we will do the second line. Divakara. Should we? We should have one line per person, not more than that. Yes, one right. Line per person, yes. Okay. Not pada. We are going by one line. Okay, two okay, pada. So should we continue with the one with her or it's finished? No, second, next participant. Valentina. Да. Давай. Я говорю. Сам Сидхасми. Адиами. Адидева. Адидева. Adideva Namastubhyam Namastubhyam Namastubhyam. No. Two, ma and two short. Namastubhyam Namastubhyam Namastubhyam. Perfect. Prasida mama. Prasida mama. Prasida mama. Bhaskara. 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 Я прошу вызваться вперед тех, кто состоит в группе по подписке, то есть те, кто перечислили Guru Dakshin. Будьте добры, идентифицируйтесь самостоятельно и поднимите руку или включите микрофон. Добрый день, я состою в группе. Меня зовут Анна. Состою как Ананда Беск. Имя Ананда мне дал мой гуру, поэтому я на него тоже откликаюсь. Пожалуйста. Дивам ситхасми. Пайтами. Дивакара. 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 Namastubhyam. 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 Prabhakara. 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 Namostute. 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 Okay. Good. Сейчас, пожалуйста, будьте добры в порядке исключения Аза Шрингар. Пожалуйста. Сам Сидхасми. Адидева. Адидева. Два раза. Адидева. Намастубхьям. Namastubhyam. Each dwaraza, everything. Namastubhyam. Too shorter. Namastubhyam. Namastubhyam. Prasida. Prasida. Два раза. Prasida. Mama Bhaskara. Мама Бхаскара. Два раза. Прасида мама Бхаскара. Yes, good. Хорошо. Добрый день всем. Намасте. Сан Ситхасми.
Дивакара. 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 Намастубхьям. 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 Прабхакара. 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 Намостуте. 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 Марта Сирьевич, пойдем просто в порядке очереди. Я вижу, рука поднята. Мария Демина. Самсита Хасми. Адидева. 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 Намастубьям. 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 Прасида мама. Прасида мама. Прасида мама. Бхаскара. 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 Светлана Соколова, теперь вы. Мария, опустите руку. Я. Окей. Дивакара. 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 Намастубхьям. 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 Tubhyam, see the time. Tubhyam. Tubhyam. Namastubhyam. Okay. No, we will do it later. Namastubhyam. No. Tubhyam, see. Tubhyam. 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 Namastubhyam. Okay. Prabhakara. Prabhakaram. Prabhakaram. Prabhakara. Prabhakaram. Kakara. Hakara. Kara. Kara. Ха. Светлана, у вас получается небольшой призвук ха. Ха. Он должен быть четким ка. Кара. Прабхакара. Ка, да, вот? Кара. Кара. Get used to the sounds, it seems. No problem. Намостуте. 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 Correct. Опять нет. Все правильно, постепенно вы освоитесь со звуками, так сказала Диди. Дальше, пожалуйста, будьте добры, Ума Хайдаканди. Самсидхасми, я готова. Самсидхосми, я готов. Мы на конце. Мы или не? Сам или сам? Сам. Самсидхасми. Самсидхасми. Адидева. Адидева. Намастубьям. 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 Прасида. 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 Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Хорошо. Вот это чай. Даньявади. Ди-ди-ди. Будьте добры, Татьяна Чулпанова, Светлана и Ума, опустите руку. Угу.
Татьяна Челпанова, пожалуйста, включайте микрофон и прошу вас. Там сит хасми. Дивакара. 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 Намастубьям. 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 Ма шорт, краткий. Намастубьям. 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 Прабхакара. 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 Намостуте. 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 Следующая, Наталья Вострикова. Включайте микрофон. Прошу вас. Адидева. 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 Намастубьям. 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 Прасида. 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 Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Хорошо. Анна Японская у нас состоит в группе. Анна, ваш черед, будьте добры. Самшибхаси. Патиами. Девакара. 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 Намастубьям. 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 Прабхакара. 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 Намостуте. 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 Катя, ты вернулась? Да, вернулась. Давайте давай попробуем. Самсит хасми. Адидева. 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 Намастубьям. 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 Прасида мама. Прасида мама. Прасида мама. Бхаскара. 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 Thank you. Оксана Горностаева. Телли. Самскит хасми. Патиами. Девакара. Second line. I don't understand. Devakara namastubhyam. Second line. Second line. Devakara. Devakara. Namastubhyam. Namastubhyam. Tubhyam, namastubhyam. Prabhakara. 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 Namostute. 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 Хорошо. Оксана Иванченко. Так, самсит хасми.
Адидева. 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 Ади. Ди should be strong. Ади and a dental. Okay. Адидева. Адидева. Ди. No, not cerebral. You're saying ди. Ди, no. Ди, ди. Тебе получается, ты от страха ошибиться уходишь в церебральность, чего делать здесь не надо. Хорошо, еще раз. Адидева. 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 Намастубхьям. 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 Прасида. 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 Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Хорошо. One moment. Just call. Уша, ответь. Датса, подними руку еще, чтобы тебя не пропустить. То есть вы можете продублировать, значит, плюсик, можете продублировать в зуме поднятием руки. Это увеличить ваши шансы. Например, вот я смотрю сейчас на Наталью Иромееву и Марию, чью фамилию даже прочитать не могу, но, в общем, поднимайте руки. Нам нужно быть... У нас парни есть вообще, в смысле, или у нас одни девушки? Или они у нас молчуны? Анатолий есть. Анатолий у нас всегда есть. Он создавался вместе со Вселенной. Так, значит... Тогда пусть Мария Нанзатол. Она давно подняла руку. Угу. Ну, сейчас уши вернется. Уша, are you back? Yes, I'm back. Yes, I'm sorry. Намасте. Намасте. The second line, right? Ивакара. Divakara, Divakara. Di strong. Divakara. 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 Namastubhyam. 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 Prabhakara. Prabhakara. Прабхакара. Намостуте. 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 Very good. Хорошо. Thank you. Наталья Еремеева. Диди, там сидит Хасми. Адидева. 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 Намастубхьям. 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 Пакратки. Намастубхьям. Намастубхьям. Yes, yes. Намастубхьям. Прасида. 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 Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Аша, будьте добры, пожалуйста. Ну, обычное имя Ольга Канаева. Ольга, очень приятно. Мне тоже очень приятно. Намаскар. Самсидхасми. Атьями. Дивакара. 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 Ди стронг. Дивакара. Дивакара. Еще раз. Repeat. Ди. Дивакара. Окей. Намастубхьям.
Намастубхем. Намастубхем. Прабхакара. 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 Намостуте. 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 Те. Те лоне. Лоне. Намостуте. Хорошо. А следующий, Дмитрий Наумов, пожалуйста. Намасте, самсит хосми. Намасте. Адидева. 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 Ди стронг. Адидева. 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 No, soft. Not soft. Не нужно смягчать. У вас получается ди. Нужно без смягчения. Ади. Адидева. Смотрите, в чем сложность, да, Дмитрий? В славянских языках перед гласной, гласными Т, Тимофей, и Д, Дмитрий, всегда смягчаются. Так всегда. Поэтому то, что вы делаете, называется славянский акцент. Вам придется преодолеть себя и пойти в сторону «ы», даже, может быть, немножко, чтобы не случилось это непроизвольное смягчение. «Ти-ти-ди-ди» – это обычный способ перед гласными в русском языке. В санскрите этого не бывает. Поэтому «ти-ди-де-те» – попробуйте. Извините, можно я добавлю, да? Да, Оксана, конечно. Чтобы добиться вот этого твердого произношения, да, как вы сказали верно, там, в русском языке, у нас позиция языка стоит за зубами. В санскрите, когда мы произносим «д», «т», всегда позиция языка находится между зубами, в любой позиции. Если, допустим, после согласно идет там «а», «о», там, не знаю, «и». Вот, и поэтому ваш язык должен всегда находиться в этой позиции в любом положении, когда идет гласная за ней, да, там, допустим, та, ты, ди и так далее. Тогда у вас получится вот этот эффект твердости. Спасибо. Намастубхям. 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 Бьям. Бьям. Бхьям. Бхьям. Звонче. Не бойтесь, звонче. Прасида мама. Прасида мама. Прасида мама. Бхаскара. 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 Веста Кузьмина, пожалуйста. Намасте. Самсит хастми. Дивакара. 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 Намастубхям. 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 Прабхакара. 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 Намостуте. 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 Вадим Шумилов, пожалуйста. Самсит хосми. Адьям. Адидева. 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 Намаст.
Намастубхям. 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 Прасида. 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 Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Марьям, пожалуйста. Намасте. Самсид хасми. Дивакара. 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 Намастубхям. 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 Прабхакара. 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 Намостуте. 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 iPhone, Галина, будьте добры. Yeah, unmute, please. Ключ. Намасте. Диди са. Асми. Адидева. 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 Слышите, да? Значит, перед... Перед дева получается дева вместо де получается ди, смягчение непроизвольное, да? Что говорила Оксана Горностаева? Что мы должны делать? Междугный. Пробуйте. А ди дева. Ну вот де стало чуть лучше, а ди осталось таким же. Да, ди мягко получилось. Попробуйте еще. Прям, знаете, прям вот на кончик языка туда посадить этот звук. Адидева. 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 Намастубхям. 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 Прасида. 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 Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Да. Thank you. Кто еще не поднял руку и желает? Датце, ты тут? Анна Смирнова. Датце, сейчас тут. Не тут. Сейчас просто кого... Анна, давайте Анна, потом Датси, надеюсь. Сам Сидхасми. Дивакара. Дивакара. Два раза. Дивакара. Намастубхям. 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 Тупьян. Прабхакара. 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 Намостуте. 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 Дальше. Оксана Белова. Намасте. Самсидхасми. Патерми. Адидева. 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 Намастубхям. 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 Прасида. 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 Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Good, good, хорошо. Nice. Оля, Оля, алло.
На будущее, если будут Намаскар. Имена, которые я не понимаю, вот Оля Алло для меня это не фамилия, да, то есть Алло, то есть я таких людей впредь в Zoom пускать не буду, имейте в виду, сейчас и вообще, на веки вечные, отныне, или вы называетесь понятно, или Оля Алло для меня непонятно, Алло, если что, вот, имейте в виду, я бы вот не впустил, если бы вас заранее не знал. Ага. Сам Сидхасми. Дивакара. 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 Намастубхьям. 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 Прабхакара. 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 Намостуте. 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 Спасибо. Светлана Александровна. Это я, что ли? Конечно. Намасте уши, че, one more time? Yes, yes. Сам сит асми. Сайтаями. Ади дева. Ади Дева, Ади Дева, Намастубхьям, 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 Прасида, 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 Мама Бхаскара, Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Анибат. Арадхана, пожалуйста, включайте микрофон. Арадхана, это Юля. Да. Намасте. Намасте. Дивакара. 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 Намастубхьям. Намастубхьям, намастубхьям, Прабхакара, 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 намостуте, намостуте, намостуте. Хорошо. Если желающих нет, тогда вызовусь. Я... Да? Сам Сидал Сми. Ади Дева Намастубхьям. Ади Дева Намастубхьям. Ади Дева Намастубхьям. Прасида Мама Бхаскара. Прасида мама Бхаскара, Прасида мама Бхаскара. Марина Взиева хочет целиком, пожалуйста, потом Роза. Не, ну давайте сперва все споют, как Марина, надо. Не спорьте вечно со мной, пожалуйста. Да что происходит? Сам Сидхасми. She wants the whole шлок at once. Oh, okay. So she'll sing it all fine. Adi Deva Namastubhyam Prasida Mama Bhaskara Divakara Namastubhyam Prabhakara Namostute Adi Deva Namastubhyam Прасида мама Бхаскара, Дивакара намастубхьям, Прабхакара намостуте. Хорошо, very good, beautiful, no corrections. Роза. Хари Ом, диди. Хари Ом, Хари Ом. I'm Самсид, Самсид Хасми. Хари Ом, диди. Second line.
Devakara namastubhyam. Devakara namastubhyam. Devakara namastubhyam. Prabhakara namostute. Prabhakara namostute. Prabhakara namostute. Good, good. Nice. Пожалуйста, Олег, ваш черед. Олег, будьте добры, включайте микрофон, ваш черед. Сам Сидосми. Намасте. Намасте. Адидева. 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 Ди стронг, not soft. Адидева. 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 Намастубхьям. 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 Ма краткий. Намастубхьям. 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 We'll give some time for him. Prasida. 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 Mama Bhaskara. Mama Bhaskara. Mama Bhaskara. Хорошо. Dhanyavad. По-моему, Хадижа. Вы не брали очередь еще, да? Если нет, пожалуйста, прошу. Да. Намасте. Самситрасми. Девакара. 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 Намасте. Тубхьям. Намастубхьям. Намастубхьям. Прабхакара. 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 Намостуте. 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 Good. Thank you. И у нас еще есть время. Кто еще не рецитировал, пожалуйста. Анатолий поднял руку. Намасте, диди, сам ситхасми. Адидева. 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 Намастубхьям. 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 Прасида. 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 Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Мама Бхаскара. Я приглашаю Ом Намах Шивая, Сергей. Ом Намах Шивая звучит, конечно, забавно. Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая. Я секунду. Момент. Сейчас. Санстхи Хосми. Я сразу целиком по старой мелодии, которая у меня есть, прочитаю. А once all at once. Диди пусть скажет, какие есть там замечания там или еще что-то. Давайте. Адидева намастубхьям, прасида мама бхаскара. Дивакара намастубхьям, прабхакара намостуте. Very good, very beautiful, except бьям. Бьям should be more quicker, okay? The quickness should come, otherwise it's good. Very good, well. Бхьям слишком растянул, ты понял, да? Бхьям, да, понял.
Пожалуйста, кто еще не выходил? Гульнас рвется в бой. Приветствую. Сам Сидхасми. Second line. Дивакара. 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 Намастубхьям. 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 Прабхакара. 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 Намостуте. 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 Мо, плейн, not мо. Мо, намо. Намо, так. Намостуте. Намостуте. Благодарю. Шаши, пожалуйста. А кто вы, значит, вот Шаши, это здорово, а кто вы на самом деле? Карпова. Меня зовут. А? Женя Карпова. Ну, вот так понятно, ага. Я так и подписывалась. Сам Сидхасми. Намасте. Намасте. Адидева. 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 Намастубхьям. 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 Прасида мама. Прасида мама. Прасида мама. Бхаскара. 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 Пожалуйста, Елена. Елена Генис. Все. Спасибо, волнуюсь. Намараскоми, сам Сидхасми. Дивакара. 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 Намастубхьям. 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 Прабхакара. 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 Намостуте. 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 Не вообще. There we go. No, just long short. Основная ошибка, да, краткость и долгота, да, значит, у нас сегодня основная ошибка была смягчение «д», но у вас получается нормальная, традиционная, обычная, хорошая русская ошибка. Мы не тянем долгие, мы не тянем долгие и тянем краткие, то есть все ровно наоборот. То есть там, где должно быть коротко, мы тянем. Там, где должно быть долго, мы говорим кратко. Вот это, я понимаю, нормальная, хорошая ошибка. Вот. А не вот все эти смягчения, да. Угу. Гададхар, кого мы еще потеряли? По-моему... Светлана Ким. Я не слышал ее 300 да. лет. Точно. Светлана. Добрый день. Намаскар. Намаскар. Сам Сидхасми. Атьями. Адидева. 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 Ди, very strong, ди. Де. Адидева. Ты смягчаешь, как в Рязанской области. Что за ди? Дорога. Не Дима, а дорога. Адидева. Нет. Адидева. Да, лучше говорить ды. Ады. Ады. Адидева. Yes. Да. Я поучусь. Я верю.
Adideva. Ah, correct, correct. Yes. Adideva. Namastubhyam. 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 Prasida mama. Prasida mama. Prasida mama. Bhaskara. 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 Каньяват. Андрей, значит, Кривченков, обладает голосом? Или только руками машет и ищет, где включить звук? Не ищу, где включить звук. Обладаю голосом, я уже потренировался. Ну, давай. Самси Дхосми. Патриями. Намаскар. Намаскар. Дивакара. 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 Намастубьям. 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 Ха. Бьям. Бьям. Намастубьям. Correct. Прабхакара. 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 Намостуте. 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 Мо-мо. Not that, долги. A little. Намостуте. Намостуте. Дхайяват. Кого еще не было? Я сегодня понял, как сделать твердый «д» и как его не делать. И как же его сделать? А вот Оксана объяснила, оказывается, так просто, так кончиком языка. И касаемся зубов, и все получается твердо. А когда мы смягчаем по-славянски, то я произношу другой частью туда, дальше, не кончиком. Да, и не поэтому мягко еще получается. К тому же, да, верно. Не расп... Потому что иногда кончик языка может выступать между зубами, но иногда у некоторых людей, как я слышу, что они плющат еще язык, а его не надо, он должен... А что такое плющить, Оксана, что ты имеешь в виду? Ну, он горизонтальный, вот у нас челюсть, да, вот это но... пространство у нас. Ну вот твоя ладошка – это язык. Что, когда мы делаем не так? Ну вот, допустим... Только показывай не прямо, а вот так, сбоку. Ну вот, допустим, язык, да. Мы его собираем немножко, чтобы он вертикально был. То есть диритаменто такой, он идет прям туда, вперед. Это когда... Подожди, так не надо или так надо? Не на, так надо. У некоторых людей, даже если они кончик сюда помещают между зубами, но они еще вот эту часть у языка, да, вот эта вот площадь, они еще немножко расплющивают, и получается все равно... Расплющивают, подожди, мягкости. Когда, подожди. Ты когда говоришь расплющивает, ты имеешь в виду, что они вширь его размазывают? Горизонтально, да, горизонтально вот так. То есть они заполняют ротовую полость языком? Не совсем они заполняют, когда они кончик языка стараются поместить между зубами. Да. Вот этот эффект идет немножко мягкости, это потому, что еще они горизонтально выплющат. Когда это все собрано вот так вот узенько, бы я сказала, и направлено туда, вперед, вертикально, в длину, то вот этот вот, вот эта концентрация на кончике, она дает вот этот эффект. То есть ты хочешь сказать, что дело в том, что, условно говоря, мы на 5 миллиметров шире расплющиваем язык, и получается мягкость. Но как только мы собираем... Нет, есть два момента, две ошибки. Первая ошибка – это когда певчики не ставят язык между зубами. Они, так как мы сформированы, да, в русскоязычной среде, у нас эта позиция языка находится за зубами. То есть Тимофей, как вы сказали слово, Тимофей, это язык находится за зубами. Я говорю, поставьте кончик между зубами. Вторая ошибка. Когда они ставят кончик между зубами, но они хотят еще расплющить горизонтально. То есть она получится такая ты. То есть эффект все равно мягкости есть. Я говорю, не плющьте. Заберите, сконцентрируйте это пространство и направьте его прямо на кончик. То есть язык должен быть собранным, а не расслабленным. Ну да, можно так сказать. Твердость при касании. Без касания твердости нету. Когда нас бьют, нам больно. Когда нас не бьют, не больно.
Еще один момент. Вадим Шумилов показал уже второй раз. Давайте не пропустим. Про анусвару непонятно. Мне тоже, я не слышу анусварность анусвары. Я слышу «м». А в чем ее анусвара, анусварность? Тубьям. Вопрос к кому? Да, вообще вам. Ну, например, у нас есть уши. Почему не хотите адресовать этот вопрос к ней? Диди. We have anusvara two times in this shlokam. Vadim is asking what is the difference between makara and this anusvara. For me, I have the same. I cannot hear how it's different from ma. No, there is no difference. There is no difference. It's the same. Yes, and sometimes it changes to other forms. We will discuss when it comes. Okay. То есть в других позициях из-за другого соседства анусвара может произноситься иначе, но не в этом положении. Здесь анусвара равно М, Михаил. For now it is ma, because it is before pa. It is ma, same anusvara ma, same for now. То есть у нас есть документ, который называется «Распространенные ошибки при произношении санскрита». У нас даже есть видеоролик, где мы перечисляем все ошибки русскоговорящих мантропевцев. Да? Для тех, кто попадет на второе занятие, они будут укомплектованы документацией. Да? То есть то, что вы ошибаетесь, вы не уникальны. Так до вас ошибались десятки, сотни людей. Но мы составили исчерпывающий перечень всех возможных ошибок. Распространенных ошибок немного, штук 5, но они почти у всех. Это именно по ним вас узнают русского человека. Да? То есть, санскритяне. Санскритяне да. Вас тут же отмотали. Санскритяне индийские, вас услышать русского человека именно условно там по 5-10 параметрам. Вот. Не все из которых вы даже сможете исправить. Большинство сможете. Оксана, или я не прав? Естественно, все смогут. Ты про смогут, а я про то, что ошибки. Какие самые распространенные ошибки? Смогут исключить ошибки. Какие самые распространенные ошибки? Вот ты давно уже преподаешь. Вот. А самая распространенная ошибка, в принципе, это является краткость и долгота гласных. Вот. Что сегодня это означает? Сейчас это говорю. Сегодня меня удивило, что это совершенно другая была ошибка. Вот про мягкость «д». Да? И не только «д» есть, но и «т». То есть это, собственно, позиция одна и та же. Вот, а распространенная ошибка, как вот по прошествию вот всех наших курсов, то есть кто приходит новенький, когда начинают заниматься рецитацией мантр, у них распространенная ошибка – это невыдерживание долготы гласной, либо там укорачивают. То есть вот этот временной промежуток, они его еще не чувствуют и не понимают, как с ним работать. Ну, то есть не чувствуют ритм или в чем проблема? Ну, не то, что не чувствуют, ну, некоторые, да, могут не чувствовать ритм, там, аритмия у некоторых присутствует, но это можно наработать технически, вот. То есть, если, допустим, берем гласную, где там 2 удара, они не выдерживают, там, иногда они удлиняют в 3, а иногда укорачивают в 1, да, то есть это кратко. Ну, или полтора. Если, допустим, ну, или полтора, да. Если, допустим, а краткая, то, ну, там с краткостью все равно не удлиняют. Ну вот на примере сегодняшней шлоки ты можешь показать, например, где, собственно, ты видишь возможные места ошибок? Или... Ну вот, кстати, вот первая длинная гласная тоже зачастую не дотягивают ее. То есть получается, значит, что хочет сказать Оксана, да, сейчас я попробую перефразировать. Важно не только долгота или краткость, а положение внутри слова или строчки. То есть первая гласная, она самая коварная. Ты это хотела сказать? Я это хотела сказать, потому что, да, была ошибка. Ну, я смотрю еще на прошлый год. Была у многих ошибка, когда они не дотягивали длительную гласную. Да, они сразу укорачивали и сразу шли на слово. Поэтому здесь тоже стоит обратить внимание, что она длительная. И адидева, да, вот это вот идет. То есть получается, от того, что вы теоретически знаете, что долгая гласная 2 раза дольше краткой, этого недостаточно.
потому что у гласных бывает разное положение. В начале, перед скоплением согласных, в конце строчки – это все разные позиции и разные сложности. Поэтому от того, что вы гипотетически знаете, это еще ничего не означает. Кроме гласных, у нас не бывает других проблем. Мы смягчаем, мы не дотягиваем гласные. Ну, что еще? Со скоплением согласных мы здесь пока не сталкивались. Ну да, у нас сегодня была облегченная строчка. Это будет лучше на примере. Да, лучше на примере. Ну, допустим, у некоторых слов было «тубьям», да, «ту», некоторые удлиняли. Вот опять пример. И здесь стоит краткое, а некоторые люди, они удлиняли. Почему они удлиняли? Почему они удлиняли? Потому что, так как у нас русский язык тоже такой является певческим голосом, вот, и как... Ну, то есть они хотели создать музыкальность. Ну, типа того, да. Типа мелодии. То есть они мысли тубьям, да. А здесь немножко тубьям идет. Еще задержка на... Нет, то есть, наоборот, нужна задержка, да? То есть то, о чем я говорил, что у нас на самом деле не напевность, а скандирование. Да, да, просто рецитация четкости вот этих слов идет, но на мелодии. Ну, как мелодии, вот на звуки, потому что звук-то не прерывается. Угу. Вот. Дальше... А в тубхьям, все ли достаточно звонко Оксана произносит бха, бха, бха? Ну, нет, у некоторых не совсем было хорошо, но я думаю, что это дело практики все равно, да. Тубхьям, она должна прям... пройти через горло. Ну, в общем, насчет алфавита, да, у нас есть уши на запись алфавита, и если есть те, кто сегодня сюда попали впервые, вы должны знать, что, в общем-то, мы начинаем с алфавита. То, что мы делаем уже, это на основе алфавита, поэтому, следовательно, вот эту запись для вас, ну, ее нужно, с ней нужно ознакомиться и многократно, то есть несколько сотен раз прослушать. Последнее слово, Оксана, что-нибудь, чтобы ты сказала, с чем ты хотела бы завершить наше сегодняшнее немножко затянувшееся занятие? Немножко затянувшееся занятие. Ну, опять же, поблагодарить всех за проявленный интерес, правда, и побыть в этом с вами в кругу, посмотреть на вас, послушать вас, это так замечательно. И действительно, я желаю большой удачи, и если у вас будет желание, это самое главное, усидчивость, потому что сразу все не получается, могу сразу предупредить, какие-то ошибки вроде вы знаете, но одно дело знать, а другой момент воспроизводить. Поэтому для воспроизведения нужна постоянная практика, потому что когда вы понимаете, что где у вас ошибка, вы ее прорабатываете и доводите до какого-то автоматизма, чтобы потом вы не думали в процессе рецитации мантры божествам, да, вот так, вот здесь надо длительно, здесь кратко и так далее, чтобы у вас полностью проходило... Ну, то есть вот мышечный автоматизм. Мышечная память, да, она присутствует, потому что связки – это мышцы, и я всегда привожу пример, допустим, да, вот вы приходите на танцы, на шпагат, здесь вы не сядете сразу, вам же что нужно? Потренироваться, подготовиться, практиковаться, и вы сядете на шпагат. То же самое со связками и с языком, потому что когда вы изучаете любой язык иностранный, то есть фонетика формирования определенных звуков, она отличается. И, допустим, с русской точки зрения мы не можем что-то по-итальянски, ну, я, к примеру, итальянский, да, итальянский будет все равно с акцентом, так же, как и санскритом мы занимаемся, да. Поэтому дело практики, и мышечная память, она все равно есть. Вот, чтобы потом у вас не было вот это вот так, да, длительно, кратко, как бы, а чтобы вы пели от души, потому что это самое главное. В чате вопрос-ответы, посмотрите. В следующий раз, через неделю, в 10 часов утра по Москве, я жду вас на второй шлоке из 8 гимна Сурии, который мы сегодня начали. Мы готовим то, что сегодня прошли, будем рецитировать и будем брать вторую шлоку, то есть половина занятия – это рецитация того, что было сегодня, половина занятия – это будет новая шлока, то есть я жду вас на втором занятии, оно уже будет не открыто, открытых занятий на меня сегодня уже хватит. Значит, значит, просим Ушу прорецитировать алфавит. Все вопросы я прошу формулировать в общем напевном чате. Те, кто
значит, захочет прийти на второе занятие, мы их добавим в отдельный чат Сурья Аштакам. Напевный чат – это для всех, кто интересуется санскритской рецитацией. Они не обязательно должны ходить на какие-то группы. То есть каждая группа из 8 занятий – это отдельный чат. Этим заведует Катя у нас. Если будут содержательные вопросы, Гададхар может помочь с английским. Оксана знает, как петь, никто, кроме нее, не догадывается. Поэтому есть как бы у нас разные аспекты, да, то есть к Уши вы можете обратиться с любым вопросом в общем чате, но если вы решитесь идти на занятия, то это уже отдельная группа, куда я, собственно, вас и приглашаю. 8 занятий, из которых сегодня было первое. Зачет в конце у нас, скорее всего, не будет зачета, а зачет будет уже в зимой. Мы когда пройдем, допустим, еще какой-то набор имен, вот тогда мы устроим зачет вот, с внешними экзаменаторами. Поэтому, значит, добро пожаловать. И тогда, Уша, may I ask the Varnamala and close our class? Okay, sure. Итак, все повторяют. Спасибо. Ханя вада. Hello, namaste to everyone. Nice class. Thank you. Харьям. Даньявад. Намасте, диди. Бабаршам. Харьям. Даньявад, диди. Вот-вот, даньявад. Ванакам, ванакам, ванакам. Вот-вот, даньявад. Да. Спасибо и до свидания. Хар-хар Махадеев. До встречи через неделю. Хар-хар Махадеев. Даньявад. Даньявад. Всем спасибо, особенно организаторам. Даньявад. До свидания.